Стригу обычными ножницами. Мне ими удобнее стричь, когда спит, и проверяю их так, чтобы не было остро. Также вторую ручку. Салфеточки сейчас начала использовать. Мне очень они нравятся. Кстати, приятный такой запах, кремушка. И они такие, ну, меру влажные, нормальные. Короче, мне понравилось то, что здесь такая крышечка есть, не будет высыхать. Классные салфеточки. Артемка собирается гулять. Одеваем бодик хбшный. И носочки. Тепленькие, да? Тепленькие носочки. Давить не будет нам, надеюсь, ножку. Нет, не будет нам давить ножку. Ножку так растянем сейчас. Так. Носочки нам не давят. Одеваем ФБшный слипик. Бодик, кстати, нам уже маловатенький. С памперсом уже особо не налазить, да, Артемка? Особо, скажи, нам уже не налазит. Так. Оделись. Потом оденем вот такой вот флисовый, как он, велюровый. И внутри с начёсиком. И вот этот вот демисезонный комбинезон, наверное, еще один. Да? Шапочку такую. Без чепчика, наверное. Просто шапочку. Потому что капюшон еще будет. Вот. Такие вот дела. Сейчас мы сами оденемся, да, Артем? Покормим Артемку. И потом будем одевать уже все остальное тебе. Все. Теперь сюда надо. Тебе переложить, мой солнышко. Так. Мишка. Артемка, Мишка. Мишка ты. Вышли первый раз на этой коляске маленькой гулять. Еле его туда запихали. Не для зимних прогулок, короче, эта коляска. Да? Две няньки катают. Туда. Сюда пойдем. Ну что, пришли мы с прогулки. Прогулка у нас, в принципе, удалась. Артемка спал, мы гуляли. Наверное, полчаса погуляли мы. Хотели 15 минут, но так как он вел себя хорошо, спал. Вот, и погуляли где-то полчасика, наверное. Я уже сама начинала уже подмерзать, так как я хожу, а он лежит. Я подумала, все-таки пора, наверное, нам домой. Вот, пришли домой. Что могу сказать по поводу коляски? Вот этой маленькой, конечно же, неудобно именно гулять с ней зимой, ну или осенью, да, когда ребенок в комбинезоне, он одетый, считай, там и так места мало, а еще ребенок одетый, его туда кладешь, ему очень удобно. Все-таки, наверное, эта коляска не для 0+, потому что ребенок должен все-таки прямо лежать. Да. А в этой коляске ребенок прямо не лежит,
как его не положи, он все равно получается как бы сидя, полулежа. Ему как-то неудобно, он всегда вот так пытается откинуться, хочет как-то выпрямиться, и у него, соответственно, не получается, потому что коляска такая. Вот, поэтому я буду, конечно, с ней гулять, но очень-очень мало по времени. Минут 15, это полчаса от силы. Вот. Не больше. Куда-то в магазин может сходить, в поликлинику. Вот. Еще можно будет. А так, чтобы прям часа два гулять, как там заявлено, что ребенок в ней может находиться 2 часа, мне кажется, это слишком тяжело будет для ребенка в таком положении, для маленького. Поэтому оставим ее до весны. Я думаю, весной она нам очень даже пригодится, когда уже, допустим, будет тепло, когда будет уже не нужно будет, нет, не будет нужды в комбинезонах, а просто, допустим, какую-нибудь кофточку, штанишки, и можно будет сидеть в этой коляске ему спокойно. И он уже будет сидеть там, как положено, как задумано в этой коляске. А не так, что ему нужно лежать, а он полулежа сидит там. В общем, неудобно. Что это для более уже взрослых деток, мне кажется. Но если для нуля, то только без верхней одежды. Вот, допустим, в комбинезончике, в тоненьком мы его кладем туда, да, он может лежать еще, плюс эти подкладки. Вот. Но если в таком зимнем комбинезоне, вообще не вариант. Вот. Так что будем думать насчет коляски. Решать. У нас есть коляска одна, но она очень громоздкая, тяжелая, и мне будет с ней очень тяжело гулять. Я бы хотела, конечно, коляску маневренную, такую, которая бы он лежал, зима, лето, но чтобы я сама смогла с ней гулять, с этой коляской. Так. Будем думать по поводу коляски. Не знаю, что делать. Коляски сейчас очень дорогие, бэушные смотреть тоже как-то, не знаю. Там тоже они не дешевые. Вот. Так что мы погуляли, слава богу. Сейчас мы кушаем, и все у нас замечательно вроде бы как. Все вещи уже нам малы. Вот этот белый костюмчик уже тоже маловат. Уже еле там снизу застегивается, давит, тянет. Шапка тоже уже скоро будет малая. До месяца. О, наверное, да, да. Когда нам будет 1 месяц, уже, наверное, надо будет другую шапку. Ну, у нас есть там, кстати, шапка. Надо будет ему померить. Может, даже и подойдет ему шапочка эта. А вообще, я хочу ему шапку-шлем, чтобы полностью все закрывало. Ушки, все, горлышко. Такую шапочку надо будет найти ему. Это будет самое то для зимы. Зимнюю шапочку. Шапку-шлем хорошо. Вот. На улице, кстати, было плюс 4. Сейчас мы пришли, смотрю, уже плюс 3. Уже температура упала. Но к вечеру всегда похолодает. Вот. Еще через пару часов, часов 8 мы его помоем, искупаем, и все, и он уйдет на ночной сон, получается. Часов 9 уже будет спать. Ой, как хорошо!